В рамках первого этапа проекта «Нартовский эпос. Жемчужина в красках» в Национальной библиотеке представили книгу «Нартские сказания. Уархага и его сыновья». Тираж 200 экземпляров. Их подарят библиотекам школ республики. Читатель сможет ознакомиться с изданием на осетинском и русском языках. Перед презентацией среди школьников провели небольшой квиз на знание эпоса, а после отличившихся наградили похвальными грамотами и подарками. Проект реализовали благодаря выигранному гранту на Машуке и спонсорской поддержки. Следующий этап – открытые уроки в школах. Детям подробно расскажут об осетинском эпосе, о его зарождении и связи с другими культурами. Нартовский эпос – это неотъемлемая часть осетинской культуры. И чтобы повысить событийность среди подрастающего поколения, мы решили сделать вот такую книжку, разделить книжки по циклам, для каждой книжки сделать отдельно свой собственный дизайн, исходя из содержания, вот, чтобы по максимуму привлечь подрастающее поколение и чтобы максимально было комфортно, удобно изучать эпос.